Представители аппарата администрации главы оценят по методике 360 градусов. Подобная проверка компетенции работников в республике проводится впервые. И начать решили с аппарата администрации главы. Всего оценят 34 госслужащих. В оценке примут участие как сами госслужащие, так и их руководители. Коллеги, всего задействуют около 100 человек. По итогам работы главе республики будет представлена общая характеристика компетенции сотрудников. Результаты также применят в программе подготовки работников, повышения квалификации и устранения недостатков. Методика 360 градусов подразумевает под собой оценку реального и наблюдаемого поведения человека на его рабочем месте, в данном случае чиновника государственного гражданского служащего. Оценка проводится по таким компетенциям, к примеру, как ответственность и ориентация на результат, лидерство, приверженность ценностям и принципам государственной гражданской службы, стрессоустойчивость, работа в команде и другие.